провел совещание исполняющий обязанности главы города Александр Новиков. За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 207 вызовов. Случаи заболевания гриппом пока не регистрируются, что говорит о благоприятной обстановке в городе. Инженерные инфраструктуры Десногорска работают в штатном режиме. Системы отопления запущены, все наладочные работы практически завершены. Количество заявок от населения сократилось с почти 600 до 60-100, что соответствует режиму нормальной эксплуатации. 27 сентября в период с 10.00 до 10.30 проводилась проверка муниципальной системы оповещения населения. По результатам проверки аппаратура функционирует исправно. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.